Что-то пить захотелось. Не получилось попить. Снег тут чистый. И вкусный. Ладно, едем домой дальше. Прогуливаясь по лесу на лыжах, можно встретить такую красоту. Детский городок. Всем остальным.
дальше. Когда лопата и металлоискатель недоступны, занимаясь лыжами, прогулки по зимнему лесу и свежим воздухом, это кайф. Вообще классно. Вот так и проходят мои выходные в зимние времена года. Просто получаю удовольствие от этого. Во-первых, красиво. Легкие работы. Да вообще классно. Так, сейчас будет горочка небольшая. Надо будет двумя руками толкаться. Сейчас попробуем съехать с вами здесь. Как говорится, вместе прокатимся. Меня зовет. Снимаешь? Люди прогуливаются. Вот такая горочка у нас. Вообще ништяк. Лыжи сами делают. И в конце мои лыжные приключения заканчиваются. Там от трассы. Так, здесь бы мне не уехать от трассы. Без палок-то. Вот, выехали из леса. Опа. Ну вот и проехался. Ну вот я и дома. Раздеваемся и идем пить чай с лимоном. Ha ha ha.